орденом «За заслуги перед Отечеством первой степени» награждены Садовничий Виктор Антонович, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова. Уважаемый Владимир Владимирович, каждый человек волнуется в эти минуты и говорит что-то о своей работе, жизни. Вот я математик, и совсем недавно японские ректоры, с которыми мы очень дружим, подарили мне вот этот галстук. Здесь написано число пи, а дальше написано, чему оно равно. Не хватит всех галстуков мира, чтобы написать значение числа, потому что оно бесконечно. Совсем недавно суперкомпьютер вычислил 31 триллион знаков этого числа. Я привел этот пример потому, что с древних времен до настоящего наука всегда ищет что-то, чтобы открыть. Наука всегда задумается над загадками природы, а математика вообще всегда впереди. Я вырос в самой мощной научной школе мира – Колмогоров, Александров, Гельфандов. Мне удалось защитить 80 кандидатов и докторов наук и создать тоже определенную группу, которая работает в математике. И я очень благодарен вам за поддержку науки. Но в 92 году случилось событие, когда коллектив университета сказал мне, что время непростое, вот беритесь быть ректором. И избрал меня ректором. Это новое поле, которое потребовало и значительных усилий и умения, и главное, создать корпорацию университетскую, которая бы могла удержать нашу систему образования и сделать ее лучше. И мы многое сделали. Впереди еще очень много, но уже шаги, которые мы сделали, говорит о том, что мы правильно идем. Мы по фундаментальности образования признаны сейчас, занимаем первое место в мире по глубине образования. Мы на правильном сейчас подъеме, а мы будем делать все, чтобы сделать нашу страну сильнее. Спасибо.